наша виртуальная реальность, которую мы уже проветрили, напихали туда хороших, положительных эмоций, мы держим свою роль в своих руках. Но если я вам скажу, представьте, крокодил, пасть его такая большая, и хвост медленно плывет в тине к берегу, вы кидаете ему курицу, и он ее жрает. Вы видите крокодила? Видите, видите. А его нет. Так вот, как великий Пушкин, мой кумир, говорил, что слово страшнее пистолета. А Фет говорил, как слово у нас отзовется. Действительно, мы сами создаем свою виртуальность теми словами, которые произносим. Все плохо, нехорошо, я сейчас уронил, я у меня всегда роняю, я никогда этого не могу. Вы что себе программируете такую отвратительную жизнь? Что вы черными словами рисуете свою виртуальную реальность? Черными словами это не матерные слова, это те слова, которые негативны, они вполне литературные. Я тварь, дрожащая властями. Нет. Надо научиться говорить со своим подсознанием. И знаете, мысли, слова материализуются. И вот этому мы тоже будем учиться. Мы будем начинать это с аффирмации. Мы будем эти слова окрашивать тем эмоциональным аппаратом, которым мы уже научились пользоваться. Мы будем привносить в эту реальность эти слова того крокодила. И вот эти слова, как вехи, будут строить нам план. План движения нашей судьбы. Достижение наших целей. Это не просто такие слова, как у Луизы Хей: «Господи, дай мне силы». Силы вы сами себе берите, кто вам их даст? Привыкли все по щучьему велению на печке кататься? Не те сказки-то читаете в детстве. Посмотрите на моем проекте про сказки. Да и я сам вам читаю сказки. Наверное, надо уметь говорить с собой конструктивно. А какие герои ваших сказок? А какие герои у вас в голове? А как вы с собой говорите? Вот это большой цикл занятий. И здесь мы сможем не только избавляться от этих проблемных фантомов, но можем и научиться ставить цели, достигать их. Цель – это тот азимут, к которому мы идем. Но мы должны преодолевать овраги, ямы, чаще, буреломы. И вот этому мы должны научиться действовать и не бояться. Запомните, в этом этапе мы занимаемся словами. От аффирмации, это только начальный букварь, до мысли материализуются, слова материализуются, постановка целей. И самое главное, эти слова нам помогают преодолевать, помогают крепко держать руль своего автомобиля. Учимся говорить правильно, чтобы нацеливать достижения успеха. Жду вас.